Приветствую вас. С точки зрения психологии, заикание связано с тем, что в детстве вы боялись, или вам, ну, вам запрещали, вы боялись говорить. То есть были определенные обстоятельства, которые блокировали вашу речь. Вот. Ну, это может быть страх, это может быть какая-то травма, да. Это может быть просто запрет. Вот. С точки зрения психологии в этом есть причина. С точки зрения психологии в этом кроется основная, скажем так, проблематика, да, вот, и на мой взгляд, для того, чтобы ее исправить, да, то есть, ну, чтобы вот вам помочь, да, нужно все-таки проанализировать вот именно ваш, ну, ваш жизненный путь, да, то есть как у вас складывались отношения, там, к примеру, с родителями, как у вас складывались отношения, к примеру, с родственниками, да, вашими, с отцом, в частности, вот, по какой причине, да, вы, вот, собственно говоря, боитесь выражать, ну, боитесь говорить, вот, по такой вот одной из, скажем так, по одному из подходов. По другому подходу, если мы говорим, то это может быть травма, это может быть испуг, страх. Ну, вот, и, в принципе, это тоже корректируется, это тоже выправляется, только, ну, нужно знать, да, с чем мы имеем дело, нужно знать, что у вас произошло, и, собственно, проблем никаких в этом случае не будет, вот, то есть решить это тоже можно. Причина кроется, как правило, где-то в детстве, но вы не раскрываете, опять же, механизмы, да, то есть вы не раскрываете свою историю, не описываете ее, вот, не описываете, когда вы начали заикаться, заикание, куда это происходит в детстве, и, соответственно, там что-то с вами было. Вот, от заикания достаточно легко избавляется с помощью НЛП. Вот, ну, это такой быстрый способ, да, поверхностный способ. Но, на мой взгляд, проблема, которая лежит в основе, значит, заикания, да, это, как правило, неуверенность в себе, вот, в одном важном случае. Тут все, я надеюсь, очевидно, в том смысле, что вам 30 лет, вы не женаты, вот, совершенно очевидно, что здесь у вас есть некая неуверенность в себе, вот, может быть, опять же, страхи какие-то, вот, все это, соответственно, тоже нужно учитывать, вот, и вот эту проблему, проблему неуверенности в себе, к сожалению, НЛП не решает. Вот. Поэтому, если вы выберете такой вот быстрый вариант, да, то это исключительно для снятия симптомов, вот. А дальше уже вам, например, почему вы не были женаты, да, и насколько вообще для вас это важно.
То есть хотите ли вы жениться? Почему вы говорите именно про женитьбу? Да, то есть почему вы не говорите, допустим, про там, к примеру, про отношения, да, или про то, что вот, допустим, что есть девушка, например, которая вам нравится, или которую вы любите, или любили, вот. То есть в этом направлении вы такое впечатление, да, что не мыслите, не думаете. Но тут мне кажется, что это опять же показывает ваш какой-то, ну, ориентир, скажем так. Вот. И вопрос заключается в том, что вы хотите с этим делать в дальнейшем. Вот. То есть подкорректировать это, да, это можно подкорректировать. Вот. Помочь вам, значит, быть более успешным у женщин, да. Можно тоже. Вот. То есть вопрос здесь, повторю, заключается исключительно только в том, чего вы хотите сами. Вот. Так что смотрите, думайте и уже выбирайте после этого направление, в котором будете работать. Возможно, вместе с психологом. Вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Я желаю вам всего самого доброго и удачи вам.